Всем привет, меня зовут Александр Райков, и сегодня мы будем смотреть новый клип от группы Limp Bizkit, который называется Turn Up. Клип вышел 3 июля 2024 года, то есть месяц назад, на момент съемки данной видеореакции, практически 2 миллиона просмотров. Это невероятный результат. Но это Limp Bizkit, не забываем. Я сразу же ставлю лайк и тонко намекаю. Не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять свои комментарии. Всем огромный респект, кто так делает. Вы лучшие! Ну а мы с вами начинаем смотреть, перематываю на начало и запускаю. Надеюсь, ничего не будет подтормаживать. Loser will. Turn up. Limp Bizkit. Не рассейте, здравствуйте. Интересно, они реально контрабасы использовали для записи? Джейсон Стэттем? Ну, вайб прям классических Limp Bizkit. Я жду припева. На самом деле. Только не говорите, что вот когда девушка пела, это был припев. Я жду чего-то энергичного. Драйвового. От старичков. Так вся песня пройдет? What the... Что происходит? Ну ладно. Где подвох? Так будет? Последний шанс. Нет, ничего не будет. Просто на одной волне. Интересно. Интересно. Думаю, что-то сказать. Не, клевая работа, на самом деле, клевая работа, но весь клип у меня прошел в ожидании. Я все-таки ожидал какого-то драйвового, энергичного припева, которого не было. Но сама по себе песня от этого хуже не становится. Единственный, конечно, вопрос: вот реально они использовали при записи звук контрабаса, или это они все сделали с помощью плагинов? Вот это интересно. Также будет интересно посмотреть на концертах, а что будут делать остальные участники группы, пока будет идти этот трек. Ну, наверное, пойдут чаек попьют. В общем, мы с вами посмотрели классический Limp Bizkit. Ссылка на них будет в описании. Переходите, смотрите, наслаждайтесь. Спасибо вам огромное за то, что посмотрели вместе со мной этот нейросетошный клип. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии. И увидимся с вами уже в следующей видеореакции. Всем пока! Worthy.